проехать же невозможно мимо почтамта. Не почтамта, а здание Почты России. Но прочистили его. Позбивали эти головешки. Единственное, что не получается ни днем, ни ночью, там, насколько возможно. Там грейдером хотя бы в один проход пройти. В один. Прошли, мы проходили. В один прошли. После аномальных погодных явлений, случившихся в городе в начале месяца, от горожан поступало много жалоб о наледи на дорогах и тротуарах. На прошедшем в мэрии Магадана совещании с коммунальщиками глава города дал поручение в ближайшее время устранить неудобства. Также обсудили ход расчистки скверов и парков. Приступили к вывозу мусора с муниципальных пунктов, расчистки скверов. Северное сияние, сквер Победы, 70 лет, аллея цветов, это возле парка. Перед мэрией, ну и остальные все зачистим. Также по просьбе спорткомитета зачищаем в очередной раз коробку на 15-й школе. Сотрудники комбината зеленого хозяйства ведут механизированную уборку города, а также поселков Сокол и Уптар. Убирают тротуары, переходы, межквартальные проезды, подъездные пути к контейнерным площадкам, пищеблокам, дошкольным и общеобразовательным учреждениям, находящихся в зоне ответственности предприятия. Производят противогололедную обработку, расчистку и подметание снега и уборку мусора. Задействованы 29 спецмашин КЗХ и 55 специалистов ручного труда.